Всем, друзья, привет и доброго здоровья. Декабрь идет своим чередом, приближая нас, конечно же, к новогодним праздникам, к наступлению Нового года. Сегодня такая вот у нас погода в Кузбассе, ясно. До этого был мороз, стоял 4 дня 25 градусов. Потом неделю мело. Вот вчера здесь вот вечером в 9 часов выкидал весь снег. За ночь уже столько вот налетело его. Сейчас маленько наведу порядок. Здесь расчищу все после ночного снегопада. Выгоним голубей, посмотрим, поднимемся наверх. Покажу вам там свое приобретение. Приобретал я голубок с Краснодара. Лалаков заказывал. Но за место лалаков пришли красноголовые воки. Ну, они как бы непонятно, то ли лалаки, то ли воки. Там что-то сироты маленькой темноты просвечиваются. Но больше как бы они красноголовые. Сейчас я выкидываю здесь снег, выгоним голубей. Ну и поднимемся уже наверх, я вам покажу. Но там еще отец сделал приобретение батя. Ну, он по двухчупой птице у меня. Покажу вам беляков, каких он тоже приобрел. Там в верхней голубятне пришлось включить обогреватель. Поставил температуру такую, чтобы держалась плюс один. Вода, чтобы не замерзала. Голуби приехали с тепла. Поэтому часть голубей отправил туда к отцу в голубятню. Ну, а тех, которых теплолюбивых привезли, приехали, посадил до марта месяца туда верхнюю голубятню. Ладно, сейчас докидываем снег, быстренько выгоняем и пойдем туда наверх, поднимемся, посмотрим. Здесь тоже сидят кувыркоты, мерзнут. Сейчас на улицу пойдете. Сегодня у нас 18 градусов, показывает термометр. Все, хоть не 25. Ну и без бурана сегодня. Забыла, куда выходить. Что? Ладно, друзья, пойдемте посмотрим. Поставил тут из голубок турку свою, вот эту носочупую, и мраморную турку, голубочку. Значит, по приобретению. Вот такую вочку прислали, просил голубку лалачку, но прислали вочку красноголовую. Вот тоже просил голубку, но воркует, походу будет голубок. Тоже красноголовый. Но сейчас я его поближе возьму, покажу. Вот такая вот голубочка. Красноголовая. Но у меня лалаки, они черноголовые, но это вот видите, красноголовую прислали. Ну, заказал сейчас, возможно, придут еще красноголовые. Не знаю, посмотрим. Вот одна такая. Вот видите, что непонятно, то ли голубь, то ли голубка будет. Ну вот, непонятно, кто будет, голубь или голубка. Но если будет голубь, конечно, я запарю с этой, с привезенной, которая
Так вроде маленькая, как на голубчонку похоже. Тоже красноголовая. Ну, заворкуешь, нет? Непонятно. Может, голубка. Ну, видно будет теперь еще до тепла только. Там уже посмотрим. Ну, вот следующая вот такая вот. Ну, это будет голубчонка, точно головочка маленькая такая, аккуратная. Видно, что голубка будет она. Красноголовая тоже. Краснотой крылья побиты концы. Вот такая вот третья. Ну и привезли голуби еще лалака. Но его отправил в голубятню, в другую, к отцу туда. Не, эта голубка будет 100%. Вот это вот, поэтому непонятно, кто будет, голубь или голубка. Но увидим потом попозже. Ну, это моя лалачка. Такая вот синеголовая она. Непонятно. Лалачка. Вот еще лалачка. Там в той голубятне лалаки. Ну и остальные я увез отцу туда, чтобы они тут в тепле не находились, а были в холоде. Ну и вот сейчас посмотрим беляки. Беляков привезли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Вот такая вот. Скорее всего будет это голубочка, наверное, маленькая, аккуратная такая. Ноги такие. Чуба. Тише, тише, тише. Что-то с яйцом, что ли, она похожа, да? Сгорбленная. С яйцом. Такая голубчоночка. Головка аккуратная. Ну, батя у меня любитель двухчупой птицы. Он содержит только двухчупую птицу. И вот. Такое приобретение белых у него. Ну ладно, сейчас возьмем следующего, посмотрим. Вот такой беляк. Тоже голубка похожа. Вот такой беляк. Тише, тише. Покажи красу свою. Аккуратненько. Ну, чупатый будет голубь, этот точно вот воркует. Вот следующего белого поймал. Ну тихо-то.
ему лапы. Видать, как везли. Сейчас чупата вот этого посмотрим, поймаем. Такой вот чупатый. Ну, все эти двух чупы. Это вот один чупатый переехал. Головка аккуратненькая. Брови. Носик маленький. Ну, батя любит у меня двух чупы. Он занимается только двух чупой птицей. Вот ему пополнение такое будет. Красавец. Лапы такие вот у него. Это голубь точно воркует. Вот, в общем, друзья, вот такое приобретение белых, ну, это для отца, двух чупах. Вот такая птица одыбала вроде маленькая. Я говорю, привезли их вообще, они тут были кое-как шевелились. Я вот не знаю, там правалаков, когда я их привезли, сейчас я посмотрю, если там остались кадры, я их дома снимал на камеру. Привез их, забрал с поезда в коробке. Но пока вез в машине, я думал, они точно Богу душу отдадут. Одыбались и оклемались. Вот этот привезенный волк. Непонятно, кто будет, голубь или голубка. Но этот белый. Такие вот. Пометил их тут. Весна там что, молодежь уже набирать будем. Ну, это батя с ними будет. Он любитель по двух щупам. Это с голубочка. Вочка похожа. Красноголовая. Это моя малачка, голубочка. Беляк чубатый. Голубь будет точно, видел, что воркует. Это. Вот такие вот голубки. Вот, тоже привезенный. Наверное, будет голубь все-таки он. Тоже белый голубь будет, скорее всего, самец голубок. Ну. Да, наверное, голубь будет что-то подворковывает. Вот, значит, голубку надо будет искать опять под него. Ну, вот такие вот, друзья. Такие, друзья, голуби приехали с теплых стран. Воки. Да. Стопудово голубь.
Это точно голубь. Ну, тогда придется у того красноголового парить вот с этого вот красноголовой. Вот. И осталась одна красноголовая, тогда голубка она, наверное, будет. Под нее надо будет голубя. И вот получается, что брал я за голубок, а один приехал голубем. Ладно, что, будем что-то потом думать, мраковать дальше, смотреть. Перепаривать, глядеть, смотреть. Ну, вот у меня голубки, вот такие вот они, черноголовые. Вот даже они отличаются по цвету. Вот с левой стороны это моя голубочка, Лалачка. А это вот, да, голубь, это будет голубь. Ну, чупатый точно, стопудово голубь тоже. Ну вот, в общем, такое вот приобретение. Ну что, вода не замерзла? Нет, не замерзла. Я говорю, такую температуру поддерживаю, чтобы главное не замерзала вода. Сильно тепло им не включаю. Ну посмотрим, что, как выживут, доживут. Потом с вами все это увидим. Ну а вы что, сидите, не заходите еще? Просидели 2 недели, начинают в разнобой кто куда, вся молодежь. Знаете, что посещал меня тут тетеревятник, был на работе я. В день сосед проходил мимо голубятни, говорит, птица залетела какая-то. Скинул фотографию, видео, с женой они вместе шли. Ну, оказалось, это птица хищная. Позвонил отцу, он приехал, выгнал его. О, молодые все на хвостах. Ну, друзья, что такое небольшой сюжет про голубей. Снял вам, каких я приобрел, батя каких приобрел голубей. Голуби вышли, там сидят на улице. Говорю, 1,5 или 2 недели не выходили, были морозы у нас сильные. Ну и бураны, вот эти вот дни. Вот сегодня первый день такой стоит, без снега. Но тем не менее, температура воздуха 18 градусов, холодно. Сейчас парень подходил тоже. Здрасте, здрасте, познакомились. Оказывается, у нас здесь в Анжерке держит, зовут Артемова, держит будапештских голубей. Никогда их не видел и не слышал, что у нас здесь в Анжерке держит. Обязательно взял номер телефона у него, заеду, созвонюсь с ним, поснимаю тоже у него. Я знаю, там Владимир с Украины держит будапештских. Вот посмотрим, заедем, какие здесь у нас в России, в Кузбассе, в Сибири будапештские голуби. Заедем тоже, посмотрим. Синий. Молодец. Заедем, заедем, посмотрим, поглядим. Ладно, ребят, что ж, пожелаю всем крепкого здоровья, здоровья вам, вашим близким. Ну и, конечно же, до новых встреч.